Большие руки. Мечта большинства посетителей тренажерных залов мужского пола. Однако на практике эта группа часто является отстающей. В этом видео мы выделим 6 наиболее часто встречающихся ошибок при тренировке бицепса. Так что досматривайте до конца. Будет познавательно. Похвастаться большой банкой могут не все, так как чаще всего многие тренируют бицепс много лет, а прибавки никакой и близко нет. Это связано с неправильными приоритетами при построении тренировочной программы и совершением банальных ошибок при тренировке бицепса, о которых мы поговорим ниже. Неверный объем работы на руки. Здесь возможно два варианта. Первый. Недостаточный объем. Чаще всего встречается у работающих по старым схемам, в которых нет упражнений непосредственно на бицепс и трицепс. Предполагается, что этим группам хватит нагрузки с выполнением многосуставных упражнений на спину и грудь соответственно. Да, руки работают во многих движениях, но если только у вас не генетически одаренная группа, такого объема будет недостаточно для роста. Нужно обязательно включать отдельные упражнения, причем даже новичкам, работающим по full body. Им будет достаточно по одному движению на бицепс и трицепс, так как тренировать они будут все равно не меньше 2-3 раз в неделю. И не стоит бояться изоляции. Для небольших мышечных групп это отличный вариант, практически ничем не уступающий базовым движениям. К тому же на бицепс базовых упражнений и вовсе очень мало. Второе. Чрезмерный объем. Может проявляться в различных вариантах. Например, новички могут каждую тренировку качать бицепс в 3-4 упражнениях. У более опытных спортсменов может быть и такая ошибка. Отдельные дни для рук, груди и плеч. Если для последних двух используется много жимовых движений, трехглавая мышца плеча будет работать целых 3 раза в неделю. В итоге при чрезмерном объеме нагрузки руки просто не успевают восстанавливаться, что и приводит к отсутствию роста. Использование читинга. По большей части эта ошибка относится к тренировке двухглавой мышцы плеча. Часто встречающаяся картина в фитнес-клубах. Закидывание штанг или гантелей на бицепс при помощи рывков всего тела и сильным выведением локтей вперед. При таком выполнении нагрузка размазывается по другим мышечным группам, а вес отчасти поднимается за счет инерции. Оставьте читинг профессиональным спортсменам. Лучше всего выполнять упражнения максимально чисто. Это будет эффективнее нагружать целевые мышцы группы и к тому же убережет от травм. Для этого в первую очередь снизьте рабочий вес. Выполняйте сгибания на бицепс стоя, упершись спиной в стену. Не забывайте о других упражнениях, когда подъемы выполняются с другим начальным положением плеча. Подробнее в следующем пункте. Пренебрежение негативной фазы движения. Негативная фаза – разгибание в локтевом суставе в упражнениях на бицепс и сгибание при работе трицепса. Для набора мышечной массы важна не менее позитивной. Однако часто встречается ошибка, когда в этой фазе движения выключается целевая мышца и опускание производится за счет тяжести самого снаряда или тренажера. Лишь в конечной точке атлет снова ловит вес, начиная новое повторение. Особенно это актуально для новичков. Важно не переставать держать напряжение в работающей мышечной группе и таким образом препятствовать возвращению снаряда в исходное положение. Причем по времени негативы в идеале должны занимать даже больше времени, чем позитивная фаза. На примере бицепса. Позитивная фаза движения. Сгибание рук. 1 секунда. Максимальное напряжение двухглавой мышцы плеча в пиковой точке. 1 секунда. Негативная фаза. Разгибание рук, возвращение в стартовое положение – 2 секунды. Таким образом, целевая мышечная группа будет постоянно находиться под нагрузкой на протяжении всего подхода, благодаря чему в работу вовлечется максимальное количество волокон. Неверный подбор упражнений на бицепс. Да, такое может быть. Я очень часто в интернете вижу рекомендации, в которых советуют вместо сгибаний рук делать подтягивания обратным хватом, либо различные тяги на спину, от которых бицепс будет расти лучше. Вы никогда не накачаете себе банки подтягиванием или тягами на спину, так как нагрузка на мышечную группу размазывается и конкретно бицепс не получит должного стимула, от которого будет расти. В своем тренинге всегда выделяйте отдельно различные вариации сгибания на бицепс со штангой, гантелями, стоя, сидя, лежа на лавке, на скамье Скотта. Как вам удобно. Главное прицельно бить по мышечной группе, непосредственно для которой выполняется упражнение. Отсутствие прогресса рабочих весов.
Прогрессия в рабочих весах при обязательном соблюдении техники выполнения – важнейший фактор для гипертрофии мышечных волокон. Конечно, она не может быть линейной. Чем больше у вас опыт, тем больше времени нужно для увеличения весов. Поэтому опытные атлеты прибегают к другим способам повышения интенсивности – дропсеты, суперсеты, форсированные повторения и тому подобное. Новичкам такие методики лучше не использовать, а просто помнить о том, что нужно стараться постепенно прогрессировать. Отсутствие упражнений на плечевую и плечелучевую мышцы. Плечевая мышца, она же брахиалис, располагается непосредственно под бицепсом. При ее накачке отдельно увидеть ее не получится, но она выталкивает бицепс, визуально увеличивая его объем и объем руки в целом. Плечелучевая, брахиорадиалис, относится к группе мышц предплечья и является самой крупной из них. Если она будет отставать, возникнет диспропорция, смотреться это будет некрасиво. Поэтому важно включить в программу упражнения на эти две мышцы. Они отлично работают в следующих движениях. Любые молотковые сгибания, сидя и стоя с гантелями, со специальным грифом, на блоке с канатом, подъем штанги на бицепс обратным хватом. Одно из этих упражнений следует поставить в конце тренировки бицепса. А какие из вышеперечисленных ошибок при прокачке бицепса вы допускаете? Поделитесь своим опытом в комментариях. Друзья, мы рекомендуем вам посмотреть еще одно из наших видео, в котором мы рассказали о том, что происходит с вашим телом, если тренироваться по системе CrossFit. Оно появится у вас на экране, а также ссылка на него будет в описании и закрепленном комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много полезной информации. До новых встреч!